Мы приняли решение, вот у нас будет Южно-парламентская ассоциация, и мы на Южно-парламентскую ассоциацию подготовим документы, чтобы вот наш закон как бы от Южно-парламентской ассоциации обратиться в Государственную Думу, чтобы по подобию нашего закона внесли изменения тот же самый федеральный закон по донорству, где бы так же, как и у нас, предусматривалось и натуральная льгота, то есть питание, и такая мера социальной поддержки доноров, как вот эти вот выплаты денежные. Одна донация крови – это 400 рублей. Кроме того, выделяются сдача крови редких групп крови. Это 800 рублей. Кроме того, сдача тромбоцитов, форменных элементов, 1000. И если человек за год 3 раза сдал кровь, то это еще дополнительно 800 рублей. Это деньги для начала неплохие. Я еще раз повторяю, что когда были эти выплаты, во многих регионах просто 200 рублей платили. А мы гораздо больше заложили. И, так сказать, это уже все-таки какие-то денежки. Нам надо сейчас запустить закон и с этого года, для того, чтобы он работал. А дальше посмотрим. Закон начнет поработать после того, как его губернатор подпишет, и он будет опубликован через 10 дней после официального публикования.